В преддверии праздничных дней цены на продукты в магазинах Петропавловска резко подорожали. Больше всего это коснулось овощных прилавков. К примеру, ценник на огурцы вырос на 110%. Вместе с мониторинговой группой по торговым рядам областного центра отправилась и наша съемочная группа. В список социально значимых товаров входят 19 продуктовых позиций. На ряд из них в Петропавловске увеличилась цена. Заметно изменилась стоимость куриного яйца, растительного масла, фруктов. Особенно возросли в цене огурцы и помидоры в среднем на 750 и 320 тенге соответственно. Есть повышение, да. Мясо подорожает, овощи тоже. Вот фрукты, яблоки вообще дорогие, конечно, что там говорить. Фрукты очень дорогие, вот эти вот привозные. В отделе предпринимательства резкий всплеск стоимости продуктов объясняют увеличением отпускной цены этих товаров. Плюс и сырье товаропроизводителей стало дороже. Вы знаете, что существуют точки стоп-фонда, которые имеются в 6 торговых рынках, а также более чем 25 торговых объектов. Цены на них значительно ниже, чем рыночные. Значит, к примеру, сахар стоит 230 тенге. Рис 280 тенге, масло подсолнечное 440 тенге, яйцо по 300 тенге за десяток. Таких точек стабилизационного фонда в областном центре 26. Решили проблему и с недавним дефицитом спичек. Отсутствие товара было связано со сбоем поставок. Продолжается мониторинг по наличию у торговых точек сертификатов на реализуемую продукцию. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Хабар 24, Петропавловск.